Итак, тихо и аккуратно. Те, кто в броне, не идите, пожалуйста. Окей. Тут нету. Давай оставаться с броней. Просто постойте чуть-чуть буквально. Сейчас найдем комнату, взломаем и потом пойдете. Нет, это не она. Она с восклицательным знаком просто комната. Скорее всего, будет на втором этаже. Кого там жестко палят? Не видно. Да ты? Тут, не тут. Нашел. Воу-воу-воу. Дай тебя. Нашел. Скрывайте. Скрывайте. Можно шуметь? Нет, еще рано. Ну, я жду. Я пока свою бандуру посмотрю. Вау. Ну, можете, правда, в принципе, маски, по идее, одевать, только стойте где-нибудь там. Три, два, один, ноль. Можно? Можно? Да, в принципе, камеру я снял, так что делайте, что хотите. Ура! Я оторвался до гранатомета. Низ! Ой, как красиво. Кстати, вопрос, да, тебя... скажи, не увеличенный обзор от рук сделан или нет? Че, куда идти? А, наверху, окей. А я бы хотел сделать такую фигню. Вниз, вниз. Вы где? Спасибо. Мы наверху. Ну, а компьютер, вы... видишь, у тебя отмечается. А, вижу, вижу. Упс. Упс. Так не говоришь, ты умер. Не, я не умер, я... Охранник. Я... Дубинка убил. Привет. О, вот как мне приятно эти камеры ломать. Как мне приятно сейчас музыка, которая идет. Ага, офигенно вообще. Не убивай этого зуба. Да, не убивай его. Офигенный музон, просто серьезно офигенный. Я его дубинкой. Зачем ты его дубинкой? Наши залоги. Че ты их трогаешь? Тут, он не убивает с дубинкой, ему... Что? Ему уже 3 усиленных удара дубинкой нанес, он еще не умер. Так, он... Здесь... Живучий. У нас тут гости внизу. Да пофиг, пусть идут. Ловите фаер, девочки. Ой, она троечка. Я и забыл, что она троечка. Так, нам электричество отрубали. Ой-ой-ой. Не попали. Стреляем. Оу, как нас много, ребята. Беги. Гражданского убил. И девочки. Серьезно? Че? Че? Текстурки баганые. Я тебе сейчас аптечек поставлю. Я вообще ничего не понимаю. Лол. Как тебя там убили вообще, я не понимаю? Два удара с ножа. Потом по мне и попали. Аптечки я поставлю, окей. Аптечки всем нужны. Ну, я не знаю, зачем ты их там будешь ставить. Ты подожди, Срак, пока их ставить. Чувак, не ставь все аптечки. 3 аптечки осталось. Зачем ты так много ставишь? Взял 3 аптечки, поставил, да и все. Куда ты все ставишь? Нет, сразу? Нет, здесь как раз и будет бойня происходить. Где? Ну, у этого, где? У диджей-пульта. А. Ну, нам же надо под взрывы, типа, что это. Хотя, блин, а то, что мы стреляем, это типа нифига, да? Да это вообще нифига. Наплевать. Пчел, да мы в курсе, как бы, что нам комп ломать надо. Мы уже и до этого момента доходили даже. Флокер! Где? Что-то непривычно даже. Мри. Сунца какая-то. ФБР с 2 слабых ударов умирают. А ты тут звуковик с 3 сильных ударов не умер. Ну, ну, типа да, этот звукач, который сидит за пультом, он его бил, бедняжка, а он не умирал. Понимаешь, у него проблема. У нас опять. Это ужасно, понимаешь? Охрененно, кто-то мне гранату прям под ноги кинул. Кто даже же? Не знаю, кто это был. Я вот тоже даже вообще не знаю, кто это был. Прям даже не представляю. У кого прям? По-моему, ежик упал. А где он упал? Там их 5 было. Ну, вообще пофиг. Хоть 25. А ты где? Затя. В смысле? Ты у меня вообще текстурка где-то. Ну, это синхронизация. Ого. Это такое. Ой, да, сейчас... мне чувак отдохнуть перелег, ребят. Кто? Видите, как он отдыхает хорошо. У меня нет, у меня его нет, я тебя просто... Ну, он тизер, меня так... Тизер, тизер!
Мне, кстати, вот этот большой гранатомет. Большой гранатомет, он не очень привилегированный будет. Слишком долгая скорость перезарядки, первое. А во-вторых... Да вы задолбали тизер! Офигенная музыка. Окей. У кого-нибудь есть 4. Патроны? А там вообще... Ой. О, нормальная граната. Оп, бульда. Так, здесь они нету. Внизу, они все внизу, походу. Есть. Не обязательно. Я побежал вниз. Ну, сверху нету, да, сверху закрыли. И Клокер. Да, он понял. Ладно. Там не просто, там их штук 7, наверное, чуваков. Можете даже, нет? Я там гранаты им закинул, ребят, так что... Блядь. Ты очень не обрадовался этому, хороший. Да? Ты прям обрадовался. Такой. Слушай, реально он пометил все вот прям в одной комнате даже. Жесть. Вот это оверкил, блин. Такое изи вообще. Я тебе не дотвиж, блин, по всему раскидано, хрен знает где. А где аптечки маленькие? Расскажет мне кто-нибудь. Тебе дать аптечку маленькую? Да, желательно. Они вообще около диджея. Я сейчас бегу к тебе и дам. Да вот, я дам. Низ. Блин, а где? Выход, я запутался. Помогите Яжику, он запутался. Блин, с первого раза нашел. Помогай мне открывать, пожалуйста. Ну, где? Я просто боюсь, что здесь. Да я тебя прикрою тогда. Я потерялся. Ну нет, здесь там никто не идет. А, вот, нашел. Наконец. Я бегу к вам. Хоть раз в воздухе дубинкой убивали. Драгон, прикроешь нас, слышишь? Ой. Сейчас. Там Клока сверху, по-моему. Громин сейчас может лечь, еще нашел. Хрена, чувак пришел меня прикрыть. Кто? Сам лег. Драгон. Пришел меня прикрыть и сам лег. Бульда наверху, ребят. Ой, дай иди. Ой, хочу. Буль? Иди сюда. А, сейчас иду. Где ты? Эй, где он? А, вон он. Он сматывается от тебя, чувак. Ты чё вообще? Единственный минус в моем билде то, что я очень долго скрываю замки. Ага. Ну а как иначе? Это да. Отвалите. Давайте собирать будет бомбу двое. До свидания. Спасите Яжика. Спасибо, там кто-нибудь. Где? Яжик, съешь аптечку, я тебя поставлю под собой вот тут. Конечно. Нет, ты съешь мою, пожалуйста. Они волшебные, ешь. Именно съесть. А почему твою? Там есть ачивка специально? Нет. Прикрой меня сзади. Сав. Я далеко. Яш. Все, окей. Тут Яш. Яш. Я уже засыпаю, как открываются эти замки. Яш, не собирай, пожалуйста. Почему? Потому что собирайтесь, я говорю, чтобы один человек собирал и не парились. Ну, один-два, то есть, ну. Блин, это драгон. Окей. Такой же армор. Все. Еще одну надо найти. Угу. Она у тебя где-то. Это тизер. Я нашел. О, драгон, ты упал. Странно, с чего бы это? Да ты... Да я вообще, да. Я ничего не вижу. Ты нашел, да? Молодцы. Пошли. Все, уходим вниз. Я дверь не могу из-за этого. Кстати, не знаю. Такое ощущение, что у меня вертикальная синхронизация включена. Есть такое дело. Умри. Кто-нибудь там сядьте за баранку этого драндулета, пожалуйста. Сейчас. А где? За баранку? Теперь сажусь. Дальше, плиз. Вперед. Воу. Прикрой. Где они? Вижу. Пока. Проезжай дальше сюда. На меня. Я не могу выйти. Левее.
Назад и вперед сдай. Вылези с машины. Стерп. Водитель Яжик. Стойте, стойте, где-то здесь я должен попасть. Нормально? Чувак, ты сейчас пошутил? Ты можешь прямо встать? Опа. Стоп, что? Ты куда делся? Это все видели, я по крайней мере точно. Я это не успел заснять, ты просто... Я заснял то, что он вообще в другом месте. Это было полный пипец, да. Это респаун был. Это называется типа против вот таких вот косых водителей. Я упоролся куда-то не туда. На телепорт. Сюда. Все нормально? Сюда. Да. Сюда. Где Дес? Давай, едь. Господи, блин. Стой! Я крайнюю сторону. Сюда. Не у меня она, Саф, веди. Ну, чего, где? Вот здесь, сюда, сюда. Саф, вот. Постояни за щетку. Я слышу клокера. Да. Отходи! Бум, ачивка. А чё это за фигня-то? Вот теперь ачивка. $7 за парковку. Видите, я вам ачивку дам. Это типа этот. Я полезный. Ну хоть в чём-то. Так, я сейчас пытаюсь понять, куда мне надо. А, я понял, куда мне надо. Так, наверх. Патроны надо взять. Не надо брать. Что-то вообще тихо. Не замечаешь? Это нормально. А? Кто смог кинул? Угадай. А, понятно. Снайпер. Тут клокера два будут. Не забывай. Кто меня только... Нет. Ой. Нету ни одного. Откуда? Будут. На позже. Валет, 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 валет. Чё там? Тут из лифта такая толпа сейчас вышла, я просто не ожидал. На помог. Да я тоже вроде нормально. Все нормально. Бля. Сейчас буду все давить. А теперь наслаждаемся. Не, фонарик явно... О, я опять упал. Под снопой? Или под кем-то там упал-то? Да. Да тут весело. Забей. Ну, щиты. Но щитов нет уже, я их убил. Шмальни вперед. Там. Дойти нужно. Не понял. Просто. Там этот. Дэс. Диджея надо, да? Отходи. Пошел. Привет. Да сидите там где-нибудь, отстреливайтесь и не парьтесь, чтобы не на всех в одно место шло. Да поняли, поняли. Давай уже, что нам нажимать. И давайте. Правый, левый. О, хорошо горят. Там тоже на сцене человек горит. Пацаны, куда-то иду, и мне кажется, у меня большая... Что? Окей. Просто сейчас щит летал в воздухе. Я сейчас... не знаю. Бульдозер! А, я понял, что. Бульдозер, аккуратно. Я его веду к вам. Шутка. Да нам пофиг, веди. Ну, веду тогда, побежал к вам. Ой, там армада, там армада, там... Аркада, а не армада. Армада? Именно армада? Аркада. Какая аркада? Армада? Называется аркада. Армада, это если флот. Вот именно. А, ну окей. О, спасибо. Да иди сюда. Как? Грет. Грету жопа. Ты можешь уже, да он вон все упал. Я ничего не вижу. Может тебе похилиться? Я вот не вижу Дес, куда я бегу. Блин, я куда... у меня патронов нету, я думаю, что я не стреляю. Странно. А, Грет, я бегу за тобой. Не, не жопа. Думаю? Яш, я нажимаю, прикрывай просто. Да фак! Бульдозер так. Окей, здесь просто надо будет... Я сказал, там бульдозер. Господи, залупил бы его, в чем проблема-то? Зачем ты побежал к нему один? Потому что я медик. Так, сейчас будут... Там бульдозер без маски. Не срать на все, бежим к нему.
Ух, как мне хорошо отлетело-то. 13, 12, 11, 9, 8, 7, 5. Тут он стоит прямо надо мной. Yes. Ты же видишь, что я сделал? Нет. Я зашел за дверь. Все, нормально? Все, нет вашего бульдозера. Почему уж из жопы всегда спасаю я? Я лучше пойду там отвечать буду. I don't know. А то он там уперится. А, ну да, потому что я уклонятор, точно. Дэс, будешь нажимать кнопки, ну-ка, раз. Подожди. Я бегу нажимать кнопки, все. Молодым. Нажал. Ну вот и моя задница пригодилась. Просто как бы у нас Яжик очень хорошо расставил все медички. Ну, та, я же поставил там. Я в кавычках сказал, что ты хорошо их расставил. Ты просто их подставил по снайперов прям. Да. Я нажму, Яж. Открывай. Посередине справа. А, ну да, поэтому я слева нажал. Хорошо ты говоришь. Ну, у нас ошибка есть, какая разница. Благодаря кому? Благодаря задроту, который сидел и кроме как кнопки нажимать ничего не делал. Так, ладно, что нажимать? Ну, хотя фиг с тобой, нажимай сам. Ей, давай. Пульт справа, слева. Надо драгона как-то поднять. Я уже положил. Я уже увидел. Я был... Можно сказать, у меня было свободное время. Ну, понял. Фак, щиты прошли. Где? Ну? Уже нигде. Спасибо. Жаль. А говоришь, нигде. Ой! Дэс. Что? Лучше тебе не видеть. Что? У меня щит так криво подлетел, что он, короче, на этом столе сидит. Сел я посередине. Ну, круто. Он прям реально так сел. Все. Настоящее шоу один показано. Кабум. Их туда, ко мне, ну, держите в дверях, чтобы они там ничего не сломали, например. Вот, как раз огнетушитель ищите. Где тут огнетушитель? А, нашел. Вот он. Да. Лол, почему оборудование горит, интересно? Да вдруг что-то там загорелось, как бы. Мы же а... под тревогой. И что? Ну, типа, мы не... Типа там мы проходит... криворукие, короче. Типа там проходит... Ой. Тизер. Очень неприятный тизер, я тебе больше скажу. Помочь там? Ну да. Ну так, тут чуть-чуть аркада. Не-не-не, все нормально, сиди там. Левый посередине. Я уже спец, да? В этом деле. У меня нормально, я говорю, я тизеров только так вот ношу, но... Там снайпер, проблема в этом. Вот-вот. Я сзади долбят, я не понимаю, кто. Давай мы не будем отсюда. Дозер! Правый и левый. Сбил. Убил. Гэтс. Мне патронов бы. Сходи, пробегись, там есть. Пробежался. Нам там аптечек поставить, нет? Нет, спасибо, тут твоих аптечек просто море. Вы ко мне подпустили одного. Блин, я не прочитал, какой следующий. Ну, еще раз подождешь, ничего страшного. Локер тут. Я угадал то, что посередине, ничего себе. Локер тут, ау. Я понял, сейчас у меня тут просто аркада. Нет, я не тебе говорю, я жу. Я ж спаси его, пожалуйста. Просто мне до вас еще прорваться надо. А у меня такая аркада хорошая. Добил. А интересно, где тут сам диджей? Он там, впереди. Толпа, видишь, в какую сторону смотрит? Да-да-да, вижу. Ну, где-то там диджей. Вы ж ко мне эти зашли, вы там по сторонам, будьте. Ко мне эти заходят. Ну, Яш, ты что, вообще беспомощный, что ли? У тебя третья смерть, полечись, кстати. Левый посередине. Полечись, Яш, у тебя третья смерть.
Правда? А, да, он внутри, я смотрю. Все, полечился. Давай, говори. Посередине справа. Почему он говорит, окей, типа, давай использую там. Не, что просто посередине справа там такой. А было бы прикольно его убить. Сразу. Ну, я думаю, он бы обиделся. Под чуточку сам. Даже... Он бы не обиделся. Представь, тебя бы в игре добавили и тебе возможность тебя тупо убить добавили. Все, пожалуйста. Яш. Что? Я прикрою, ты поднимаешь. Ну, либо я... Да, ладно, тут, я да, сам. Все, тут закончилось. Добей сзади. Все, бежим рашем вниз. Беру диклы. А у меня тупой вопрос, а почему аларм до сих пор идет? Ну потому что. А что тебе не нравится? Ну, типа, мы хотели драгона резнуть, тут куча всего. Ну. А, вот закончился. Как вопрос. Раз. А, этот же заложник был, этот. Ну да, если его никто не убил, конечно. Я нет, его куча... не убил, он не умер. Поверь, у меня еще есть куча залогов. Нет, мне это без проблем. И чё? Ради бога. Куда идти-то я забыл? А, вижу все. Ну и чё? И где, типа, и пацаны? Понимаешь, там было такое мясо, что я не уверен, что он остался в живых. У меня тут три тазера, ребят. Ну, два точно. Где? Что, одного мы добили, один спрятался. Окей, давай тогда я машину подгоню. Да, все нормально, не трогай машину, она на месте стоит. А, туда же надо нам проникнуть. Вот-вот. Яш, у тебя три смерти, ты говоришь, что ты полечился. Я не говорил про мелкую аптечку, я говорил про большую. Упс. Понимаешь разницу в смертях? А, ну да. Не трогай. А соберу их. У меня нет вам доверия, молодой человек. Не, деньги собирай, собирай. Вот деньги собирай. И выкидывать. Куда выкидывать? Ну, пока никуда, просто скидывай их в одно место. Шикарный аларм, просто, я не знаю. Я не знаю. Просто вах. Я, кстати, наверху, если что, остался. Может, так. Ты к нам придешь все-таки? Тут как бы... Ну, зачем ты наверху остался? Может быть, тут сумки можно скидывать? Нет? Ну, тоже верно. Ну, как бы сначала-то, может, нам надо помочь с сумками, а потом... Может, вот. Мы уже доберемся как-нибудь, я думаю. Ой, дес. Ладно, все, я их убил. Кроме одного. Все, я убил. Че, я бегу. Перегнать машину, нет? Нет, да не торопись ты, если надо, я перегоню машину. А там еще одно вот это осталось. Я уже почти внизу. Почти внизу. И я внизу. Это бульдозер, что ли? Нет, не бульдозер. Установи еще одну такую. Мани. У нас он так хорошо был поставлен, что его приходится еле-еле как через разворачивать через жопу. Я его поставил. Ну тогда у меня вопрос снят, как бы. Все? Да. Какой водитель? Я водитель. Сейчас был. Поставить рюкзаки или надо? А у тебя есть рюкзаки? У меня есть. Блин, а у меня были! Знаешь, я не уверен в том, что они у тебя были, они даются одному. Серьезно, человеку. Я мог! Серьезно, поставить? Я в этом не уверен. Дается резаки одному человеку и как бы оба резака. Один резак ты находишь, один резак тебе дается. Да. Нет, если один покупаешь. Резак, если покупаешь. Да. А второй, он ты находишь, типа его. Получается два. А, мне. А, я не находил этот резак. Я именно когда этот резак снимал, вот. Что я мог сделать. Clocker Dead. О, здравствуйте. Что это за... Ладно.
А ты еще к нам идти не хотел. Ну они такие веселые прям. Ты едь, я ее активирую. И как же ты это сделаешь без него? Ну нормально, смогу как. Меня кто-то атакует. Вот меня действительно атакуют. Яш, зачем ты его взял? Я же говорю, устанавливает и берет один человек. А. Заранее причем предупредил. Это что такое было сейчас? А. Ладно. Окей. Так, у меня last dead. Цав поставишь? Да. Я слепой, если еще, я под собой где-то ставлю. Вижу. Яш. Хрена ты ее поставил, я промолчу. Чего? Чего такое? Ты меня начал ставить ее в одном углу, закончил вообще в другом. Да, наша. Давай, Сав, давайте. Полечись сзади, аптека моя. Тоже тащите, где и твоя. Тащите, давайте. Ну мы-то затащим, у нас особо выбора это нет. Ну да да. Не сажать же их. Лёзер! Мне помощь нужна. Раз. Ща, да. Два. У него сбито лицо. Лицо-то может у него избито. Грубер, кстати, пофиксили, по-моему. Ставь одну из этих, слышь? Секундочку, пожалуйста. Хорошо. Я тут. Чего там? Ну, одну у тебя. Просто я же ее взял. Сзади где-то стреляет, я не понимаю где. А, вон они. В комнате. Ну, слишком гемотятная эта зарядка. Мне кажется, мы рашем проходим дольше, чем мы стелсом тогда проходили. Может бы на то он и раш. Иди, раш, это быстро. С какого хрена это быстро? Ну, в основном... Раш это более стопроцентно. Но не быстро. А где? О, смотри, кого я резну. Какой я молодец. Не зря пригодилось. Яжик. Что? Ау. А меня воскресили? Да. Да. Замечательно, спасибо. Патроны. Ой. А, нормально. Следующего воскрешай. Он наверху на самом. Добегу. Ты добежишь? Угу. А, Дес, мне снимать рюкзак? Да. Теперь уже без разницы. Ой, деньги. Бум. Почему сквозь меня деньги проваливают? Стоп, а где он? Что такое? Он? Он вон валяется, на втором этаже. Я ж тебе сказал. А, фу ты, вон. Я его как-то потерял. Че, давайте, может, это все? Да, это все? Да, это все. Все, значит, уносим на второй этаж. Че? Тизер, умри! А где он? Драгон, 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 драгон. Ты вернулся. Давайте, ребят. Не один ее. Ой-ой-ой, этот с какого? А, сейф! Сав, помоги! Я вообще-то устанавливаю эту хрень. Ты вроде должен выжить, Яш. У тебя на самая большая броня. Давай, Сав. У меня самая большая броня? Да, у тебя самая большая броня. Я вообще без брони. Я вообще без брони бегаю тоже. Хотя у меня не докачаны перки. Понятно. А, я забыл перки прокачать вообще. Снайперов не забывайте снимать. Дес, у меня пока что не до этого, понимаешь? Понимаешь, мне их просто нечем снимать. Драгон упал. Драгон, отходи назад. Или стоп, а почему так, у меня где? Отвечало, что драгон упал? Вы на втором этаже, блин! I don't know. Яш, иди, короче, тогда ты на второй этаж. Помогай драгону, я не знаю. Я тут. О, этот диджей побежал! Стоп, а как вам попасть? Лол. Яш. А, все, вспомнил, как иди. Все, вспомнил, там сумки воруют. Яш. Я в курсе, что там сумки воруют, понимаешь? Да. Я это пытаюсь, мне как-то... Яш, давай ты просто пойдешь на второй этаж, и я буду помогать как раз... Мне.
Потому что у меня как бы есть очень хорошее оружие, которое на пофигизме уничтожает. Я дозера нашел. Yes. Сейчас возьму его. Где он? Сверху на лестнице. Нет. Ящик, где там тебя носит? Ой, сзади. Я бегу, там говоря. Сзади на тебя напали, убили, убил. Напали, убили. Давай сумки, сначала на лестницу все откидаем. Да, я так хочу. Видишь, сколько много аптечек, да? Мои. О, я сумка. Реальная аптечка. Дай сюда сумку. Я сумка. Все тихо. Так, тазера я убил, так что все нормально. Тот момент, когда у тебя 150 убийств. У меня 157. У тебя 155. У тебя 56. У Грета 51. 52. Тот момент, когда у тебя сумка падает по лестнице вниз. Типа того. Все, собрал. Теперь в этот угол. Не-не-не, зачем? Можно сразу носить. Не-не-не, зачем оттуда? Проще сразу в одном перекидать, чтобы недалеко бегать, если что. А то вон, смотри, у меня там уже аркада прибежала. Видишь? Вижу. Как не видит? Как такое не видеть? Вы там как-то сверху нормально? Нормально. Сав, тебе надо аптеку? Я залез. Угу, желательно. Сейчас поставлю. Там чувак. Он такой наглый. Это просто такая наглость у пацана была. Прям присел такой, да? Угу, такой думает, о, сумочку. Премию получу. Тут вроде тихо. О, здесь клюшки есть. Еще один. Что? Стекло не пробивается? Да, стекло не пробивается. А ты что хотел? Белки пол. Сзади тизер. Здесь через эти нельзя забирать, Дес. Я понял, но как бы оттуда легче забирать, если и хрен утащат, им надо войти туда же. Я уже кидаю наверх, ребят. И там это... Не спите. Да? Да, тем более аркада сейчас не пойдет. Давайте, ребят. Ничего сложного нету. Оверкил, он, как вы видите, проходит с первого раза вообще, я не знаю. Изи. Это оверкил. Чувак, это оверкил. Интересно, сколько денег дадут? Не очень много. Да не. Если 6 миллионов, надо твишины. 4 миллиона, по-моему. Нет, 3, наверное, но я не 6 знаю. 6 миллионов было. А, нет, здесь, ну, здесь 3, наверное. Офшорный счет 4 ляма, 6 миллионов. Вы чё? 6 миллионов дают. Да ладно, давайте, да. Нажми тап. Миллион дают мне сейчас. Ну, я в смысле не офшора. Налички? Да. Ну, миллион ты ещё не все кидал. Эти, да. Да, я говорю. Давай, я тебя прям по тебе буду кидать просто. Ой. Как-то больно. Кто-то меня бьет сзади. Такой синий. Давай, Dragon Death, а я буду кидать эти деньги. Это все? Угу. Там вроде еще давай, и... Давайте. Сейчас, подожди. Ты полечись, кстати. Считай лям опыта. Я-то? Ну. Да мне зачем? Пошли. Да, просто так. Да. Меня не попадут. А если попадут, то мне больно не будет. Че, все, да? Знаешь, вроде... с локомотивом вообще пофиг. Локомотив, все-таки ты взял локомотив. Да, я взял все-таки за него локомотив, он менее палевный, кстати. Драгон. Для билда у меня вначале было нормально. Ничего себе, тут сумки так выложены. Мост снайперс, гайс. А че, это все? Да? Да? Все. Ну, прошли. А. Че, поехали? В итоге Rush, естественно, с первого раза, то есть как, собственно, и ожидалось. Требовалось доказать. Да, то, что Rush, он легкий. Угу.
Ничего сложного он себя не представляет. А купят те наши денежки, которые мы потратили? Нет. Ну, миллион дали. Почему? Потому что. А, ну да. Потому что... Смотри, вот. У меня было 10, стало сейчас 7-800, а было только что 6. Да. 3 миллиона опыта, что? Ну, это за сумки. Ну, это тебе. 3 миллиона. Ну, это тебе. Я не знаю. Мне да. лям 200. Мне лям 3. Я 9 левелов апнул на 70 уровне. Что? Что это за слово? О, мне красили дали. 20 тысяч денег. Это тебе на днюху подарок. Ну если бы 20 тысяч долларов подарили бы жизни, то я бы себе комп апнул. Черт, я как-то попечален тем, что Драгон смотрит на меня. Окей. Ладно, ребят, в общем, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это странное видео и так далее. В общем, это был реально самый, наверное, печальный стрим по Payday, который я так проводил. И я рад, что мы хотя бы ее тупо прошли. Вот. Вскоре ждите прохождения стелсом. Часов. Вот. И я думаю, что оно будет, так что не парьтесь, стелсом мы ее тоже пройдем, так же, как и это. И все на ДВ, в общем, попробуем сделать, так что. Всем удачи, спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дес. Со мной сегодня был Драгон, Яжик, Сав. И, в общем, мы много фейлились. Поэтому всем спасибо за ваше терпение. Ну, выполнили. Да. Всем удачи.